Морозостойкие маргаритки, примулы и виолы пришли на смену бархатцам и петуниям. Сейчас в городе идет большая работа силами управления лесопаркового хозяйства. На центральных клумбах высаживают те растения, которые и в зимних условиях могут радовать глаз. Но и эти растения нуждаются в подкормке и в правильной подсветке. Высадка цветов в начале зимы – это последнее обновление сочинских клумб в этом году. К своей работе озеленители вновь приступят в конце февраля. Тогда виолы сменят на цикламены. Весной Сочи по традиции украсят и тюльпаны. Более 150 тысяч луковиц этих весенних цветов уже высажены на клумбах курорта.